Он просто за ошейник его взял, сказал взять. И все. Николай согласился рассказать о случившемся при условии, что мы закроем ему лицо. 20-летний парень боится мести хозяина питбуля. Ни с того ни с сего собаку натравил свою. Сначала в ногу, потом в руку укусила. Потом там кровь, то все пошла из руки. Он сказал, о, кровь у тебя идет туда-сюда, давай, короче, все, уходи. Пес прокусил Николая руку и ногу. Теперь в течение 10 дней он будет вынужден ходить в поликлинику на уколы от столбняка и бешенства. Кроме этого, медики ежедневно меняют ему марлевую повязку и обрабатывают рану, чтобы не произошло заражение крови. Николай не первый, кто пострадал от укусов пса по кличке Цезарь. В прошлом году питбуль на глазах жителей дома по команде хозяина буквально в клочья разорвал собаку. Хозяин питомца не выдержал такого потрясения. В горло она схватилась. За горло. Ну вот, после этого уже не оправилась. А хозяин? А хозяин через год уже самое не смог пережить. Один раз я только видела это в подъезд, когда заходила, я почтальоном же работаю. И она сидела прямо в подъезде, не привязанная, ничего, я сразу просто дверь закрыла и не стала заходить. Собаководы называют питбуля львом в собачьей шкуре. Он может быть добрым и агрессивным. Все зависит от воспитания. Поэтому хозяин, который берется воспитывать такую собаку, должен понимать, что это риск и большая ответственность. Хозяин питбуля в доме по улице Роторная, по словам соседей, часто ведет себя неадекватно. Поговорить с хозяином собаки нам не удалось. Нашей съемочной группе не открыли дверь. Между тем, во дворе дома стоит напряженная атмосфера. Родители отпускают своих детей на улицу в одиночку, а собаководы гуляют со своими домашними питомцами с предельной осторожностью и опаской. Андрей Трофимов, Роман Фенин, Айгуль Низамутдинова, телеканал «Эфир».